Сиди на здоровье. Ты меня напугала вообще-то. Думал, ты решила отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Джуди. Понимаю. Даже я к ней слегка привязался. Она должна знать. Привет, Джуди. О, привет, Ви. Как ты там? Помнишь, когда мы плавали? Ага. Круто было, скажи. Ты тогда сказала, что почувствовала во мне... Смерть? Пора с ней разобраться. Не уверена, что получится, но я попытаюсь. Слушай, не знаю, что ты задумала, но я буду ждать. Береги себя, хорошо? Ладно, постараюсь. Ну все. Хорошо, что позвонила. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверена. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. А еще можешь заключить сделку с Арасакой. И всю жизнь жалеть, что продала душу дьяволу. Ладно, иди ты вместе с бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверена? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне.